Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня семейный роллинг. Давно таких роллингов не было. Предоставил аккаунты семейная пара Айдар и его жена Диана. У нас два аккаунта на русском сервере. Будем пробовать выбить недостающих героев. Мы на аккаунте Айдара. Второй аккаунт его жены Дианы. В общем, поехали с этого аккаунта. Находятся они в гильдии Гавана. Русский сервер, беседка в ВК, лидер Диана Габриэл. Кидайте заявочки, вступайте. Отметимся за них. 482к силы без ника. Вот так вот. Аккаунт немножко донатный, почти до шапки дошел уже. Такой вот коллекционер героев. Посмотрим, что у нас здесь выпадет. Поехали посмотрим, что у него вообще есть по героям. Что ему надо? Скиталец. Свалин. В принципе, скиталец, свалин. И все. И Фоба. Скиталец, свалин и Фоба. Поехали, будем начинать. Посмотрим, какой рандомчик здесь. Арес, ниндзя. Дриада, ведьма, морозница и ангел. Вот так вот, нормально, кстати, комбинация. Такс. Ну, падает сегодня, конечно, на русском сервере, я надеюсь. Нифига себе. Это серьезно, ребят. Это серьезно. Это серьезная заявочка. Сразу же три. Три зеленых, три фиолетовых, три синих. Мишаня. Блин, сегодня на каждом роллинге просто падает просто бешеным темпом Мишаня. Я не знаю уже, что делать. Он на каждом роллинге просто присутствует. Совпадение? Не думаю. Леди Лео. Еще один хладный призрак. Паладин. Блин, герои падают реально очень хорошо. Правда, вот вытащить недостающего настолько сложно. Просто капец. Я всегда вот говорил, что когда мало героев, и говорю, и говорил, старайтесь их, не знаю, дождаться, они будут по скидке там какой-то, еще что-то, потому что, ну, бессмысленно, просто бессмысленно тратить самоцветы. Лучше спустить их на созвездие, ну, смотря, конечно, какой у вас аккаунт. Я просто знаю, что такое, когда тебе не хватает героя, и ты вот просто хочешь его получить, а самики есть, ты начинаешь ролить. Бигфут. Ниндзя. Ну хоть один недостающий у нас будет или нет? Артешка. Капитан Рогатка. Командора. Есть. Побушка, ребятушки. Это вам не это. Нормальный музончик. Поехали. Свалим. Как вам такое? Как вам такой роллинг? Пойдет? Я надеюсь, мы сейчас там просто на втором аккаунте жестко развалим этот рандомчик. И у нас там будут топовые легенды. Итак, какой у нас итог? Фобушка есть, свален есть. Единственное, кого не хватает с простых обычных героев здесь. Так, сейчас, стоп. Оба есть. Дуэлянта он соберет. И так можно с моря собрать. Свален. Скиталец. Не хватает только одного героя. Скитальца. Вот так вот. Ну, в принципе, я надеюсь.
он будет доволен, потому что все-таки 2 с 3 мы сделали. Это реально очень круто, особенно классные герои нам упали. Так, ну что, побежали на второй аккаунт. На аккаунт жены Дианы. Чик. Майя Гавана. Еще раз, гильдия, кто не видел, кидайте заявки, вступайте. Русский сервер. В принципе, гильдия, я считаю, если там муж и жена управляют, это и не любят друг друга, это идеальная гильдия, и там будет всегда нормальные отношения гильдейские. Поэтому, кто хочет тишины, спокойствия и качественной, хорошей игры, забегайте. Так, поехали, смотрим, что у нас тут. До шапки еще больше, чем там. То есть тоже, по сути, аккаунт, можно сказать, таки бездонатный. Смотрим, что по героям. Фрэнк, раз, капитан Рогатка. Ой, я там плюхи не забрал. Сейчас вернемся, еще плюхи заберем. Фрэнк, капитан Рогатка, Хладный. Странно, что Хладного не дофармили. Землеройка, оккультист, ПБшка, Острифит, Космо, Фоба. Тут, по-моему, намного больше героев надо. Поехали. Поехали, приступим. Чик. Ронин. Хранитель. Это оно, ребятушки. Оккультист есть. И это очень круто, потому что это очень офигенный герой для любого аккаунта. У меня на сардельке на русском сервере он тоже уже есть. Это самое... топовая тема сейчас для бездоната, да и для доната, потому что с ним игра становится намного проще, особенно на PvP локациях. Поздравляю. Отлично, поехали дальше. Бочка. Рейка. Это оно, ребята. Это оно. Леди Лео. Одержимый. Стрелок. Фрэнк. У нас Фрэнка здесь нету. Отлично. Офигенно. Просто офигенно. Я выхожу сразу же, открываю, чтобы дать немножко рандомчику подумать. Потому что нам здесь надо очень много героев. Я надеюсь, мы их достанем. Ика. Атлантик. Командорка. Ну-ну, давай, рандомчик. Череп. Знаете, здесь герои падают. Так как надо. Командорка у нее есть. Побежали в Рейдикс, бегаем. Ну чего стоит только оккультист? Это, наверное, сейчас по цене, мне кажется, нежели даже Космо. Космо тоже классный, он нужный, но оккультист просто обалденнейший герой, который должен быть на любом аккаунте, на донате, без донат, ну на донате, понятно, он есть. Но вообще начинающие аккаунты, у кого есть Космо, это просто кайф. Капитан Рогатка, Укротитель, Ворожей, смотрите, как хорошо, и Слизни идут, Триантик, Сердцеедка, Суккубик, Ведьмочка, Седнушка, вот что называется семейный роллинг, ребят. Так, где моя музычка, я не понял. Ворожей Атлант, Суккуб, Варлок, РТшка, Седна опять, капец какой-то,
Леди Лео, череп. Офигею, просто сколько падает. Давайте посмотрим, может, кого-то я уже упустил. Капитан Рогатка, отлично. Странно, что не собрали Хладного Призрака. Так. Блин, землеройку надо сюда. Капитан Рогатка. Есть. Ну, землеройка, космо. Космо очень нужен. Космо и Фобушка было бы вообще отлично. Три героя. Ну, там, конечно, было посложнее выбить, но здесь уже три. Бульдозер. Еще один оккультист. Ну, сэкономили. Анубис. Не, ну тут, конечно, вообще просто бомбически падают герои. Ничего не скажешь. Триантик. Нам бы еще один капитан Рогатка. Офигеть. Ну, сэкономили, как-никак мы сэкономили по 20 тысяч кхшек еще. Я думаю, для этого аккаунта это реально очень круто. И за 150, и наемный убийца. Вот так вот. Так, окей, поехали, попробуем еще позабираем плюхи. Все-таки как-никак тут 50к. Так, карты у нас остались. Ну, мы вроде все забрали. Я думаю, мы тут без проблем коллекционера всего собрали. Отлично. Оккультиста. Два оккультиста. Так, это мы забрали. Что у нас там? С такого, что может с карты вылететь ПБшка. Капитан Рогатка. Да, ПБшка. Ну, поехали, попробуем. Хотя он в этих вроде картах, он тут не падает. Да, это нам надо только третью карту. Тут его, к сожалению, нету. Так, ну что, поздравляю. Здесь, в принципе, я считаю, мы тоже удачно залетели на роллинг. Поехали еще. Забежим на первый аккаунт. Заберу там плюхи. Чтобы не пропали, мало ли. Вот тут эти плюхи похуже будут, нежели там. Но опять же, смотрите, коллекционера здесь собрали фулового. Хладный призрак. Вот два мы хладных призрака вытащили. Странно, что там не собрано. Наверное, не фармили, не знаю. Ну, в принципе, тут плюхи за хладного не особо отличаются. В общем, поздравляю вас, счастья, любви, как говорят, и самое главное, взаимопонимание. Все, что мог, сделал, все, пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки на роллинги. Всем удачи, всем пока.